Привет, дорогие подписчики! Сегодня у нас с вами эксперимент. Будем расплавлять пенопласт в ацетоне. Видите, какая у нас гора пенопласта, специально нарезанная. Так, посмотрим, сможет ли одна бутылка растопить такую гору пенопласта. Поехали! Получилось, ребята. Я, кстати, читал, что это можно использовать в качестве клея или лака. И в следующем видео мы с вами попробуем склеить что-нибудь. Вот, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ждите новых видео.